Не было просто, мы хотим посмотреть ваши QR-коды. Вы-то сами прививочку тут сделали? Сделку нет. Ну покажите. Нет. Вы не можете, это что? Вы отказываетесь? Да. А, люди тоже не обязаны никому показывать QR-коды. Да, Оксана, ну покажи, Мика, сейчас пойдем к кабинету. Что, прям? Прям у каждого. Они же у каждого спрашивают QR-кода. У них вот это беззаконие. А, ну, Сам, снимай быстро ее, вот, пока на маску она уже цепляет. Снимай ее. Потому что нарушаете масочный режим. Масочный режим. А люди, которые стоят, торгуют, они тоже у себя на рабочем месте. Понятно? Да вызывайте тут кого хотите. Вызывайте. Мы уже все сняли. Если ты будешь ко мне приближаться. Давно пора. Туда идем. Туда идем. Отойди. Давайте, девчонки, пойдемте. Куда пойдем? Я сейчас наряд. Вызывай! Вызывай! В чем проблема? Пройдем еще раз. Они подготовили QR-коды. Пойдем домой. QR-коды подготовили все с паспортами? Все QR-коды с паспортами, все готово у вас. Вы кто такие? Нет QR-кодов. Народ. Вы кто такие? Народ. 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 Да. Ну, да. Все понятно. Хабаристый народ? Да. Да. Сомневаюсь. Да. 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 Именно. А вы преступная, банк формирования, нет, вымогающие деньги, да, с предпринимателей, кошмарит их, по 300 тысяч штрафа. Вы что вообще, с ума? Я у вас деньги вымогаю. Да, да, да.